здорово, что мы сегодня решили погулять. Да, вот сейчас дойдем на площадке и поиграем. Что ты делаешь? Играть возле дороги с мячом опасно. Да ничего не случится. Стой, там же машины. Что здесь произошло? Вот эта машина раздавила мой мяч. А как твой мяч оказался на дороге? Он играл в него возле дороги. Все произошло так быстро, что я не успел затормозить. Вашей вины нет. Вы не нарушили правила дорожного движения. Нарушитель вот этот мальчик. Он играл в мяч возле дороги и создал аварийную ситуацию. Нужно рассказать родителям об этом случае. Я согласен. Пусть проведут воспитательную беседу. Ведь нельзя играть в мяч рядом с дорогой. Только родителям не рассказывайте. Я все понял. Я больше не буду играть в мяч возле дороги. Простите меня. Ладно, на первый раз прощаем. Надеюсь, ты понял свою ошибку. И больше так не будешь. Пойдем с нами на площадку, поиграем. Мы покажем, где можно безопасно бегать и играть.